Да, это повторный перископ. Аня размялась. Мы сегодня в розовых шортиках, потому что многие говорят, что в них, наверное, нельзя тренироваться. А у нас очень хорошо получается в них тренироваться. Умничка, отдыхаем. Коленки себя комфортно чувствуют? Глубина другая, поэтому работаем иначе. А многие говорят, что Аня у нас не доседает. На самом деле это абсолютно верно. Но говорить такой мастеру спорта по пауэрлифтингу, это, наверное, как минимум некорректно. Она его выполнила не в зале, она его выполнила официально на соревнованиях. Кто хотите, узнаете потом у Ани фамилию, имя и посмотрите по нормативам. А вот, что же касается тренировок, то, соответственно, Аня у нас с очень гибким мышлением, она смогла очень быстро перестроиться для бикини, и мы смогли сделать вполне интересную тренировку. Покачали, раскачали попу. Ну и теперь, соответственно, чтобы не привыкало движение у нас только к такой частичной полуамплитуде, мы подключаем тяжелую атлетику благодаря нашим друзьям Дмитрию Коку, Славе Ригерту. И, соответственно, в меру своих знаний и умений подключаем теперь все это на своих подопечных. И смотрим, что у нас получается. Ань, убирай ее, наверное, чуть подальше. Возьмем двадцатку. Ане передать большой привет. Поздравляю с Ленинградским днем Победы. Спасибо огромное. Плохое качество видео, ребята, извините, не знаю почему. Камера плохая, да нет, это H. Камера должна быть хорошая. Жена не ревнует клиенткам, жена мне полностью абсолютно доверяет. И все свои глупости я думаю, что уже сделал в предыдущей жизни. Так, ну что, ждем. Сейчас Аня помагнетит ручки. Саня был подписан на дочь? Нет, я почти, наверное, ни на кого не подписан, и времени на это не хватает. Сколько мы знакомы с женой? Вечность. На самом деле, знакомы достаточно давно, но общаемся достаточно немного. Также 15 повторений. Главное первое движение – вырвать правильно вверх, хорошо, и делать. Одесса, привет. Так, ну что, смотрим. Ага. Так, ну что, раз вы все смотрите, может быть, мне заодно кто-то скажет, кому-то еще плохое качество видео, или это только частично не у всех плохое. Если надо, буду перезагружать.